Надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. И пролетел, как волны, меня не заметил. Я старотаю те дни, что велела судьбой. Негодяйку сам в одного. И вы видите, какая реакция у людей, насколько всем нравится. Все, привет, это новый, как всегда, пушечный выпуск Стасбас. И сегодня на обзоре практически такой же фокус, как у меня, но только чуточку погромче. Встречайте, дагестанский Ford Focus. Очень громко, салам алейкум. Так, и начнем мы с вами обзор, наверное, с фронта. Здесь установлено 10 пар 20-ок Pride Solo 8. Бомбически играет все это от усилителя Kicks Gorilla Bass 4 на... Что там, 360, да? 460? 460. Их две штуки. По слабому звену здесь тоже, кстати, очень все интересно. Так как владелец этого автомобиля дагестанец, он решил установить себе сабы ФСДхи. Сколько они стоят? Там порядка, по-моему, 15 тысяч рублей. Да, эти те самые сабы, у которых карбоновый колпак, и он на самом деле держит нормально мощность. Номинально заявка у этого сабвуфера 1500 ватт. Все это дело в ящике, где-то тут ориентировочно, если, ну, по моему зрению, где-то 200 литров, да, я не ошибаюсь. 200 литров. Играет полка у него от 32 там, до 35, вот, ну, по ощущениям, опять же, мы не примеряли еще этот короб, не знаем, сколько там он давит, но по ощущениям, как рассказывает об этом владелец, это 32-35 Гц. Сабы играет от усилителя Headshot, тоже от компании Kicks Headshot, 3,5 киловаттник. Они подключены в 0,5 Ом, чувствует усилитель себя нормально, в принципе, да, уходит защита, есть такое? Нет, не было ни одной защиты, как говорит владелец, будем ему верить. Усилитель, наверное, можно этот посоветовать, раз он в 0,5 играет, поэтому окей. По питанию у него две секции титаната 30-амперного. В принципе, вполне этого всего хватает, да, для этой аудио, почти что штатной аудиосистемы. Генератор, кстати, по поводу штата. По генератору здесь установлен штатный фордовский генератор, ровно такой же, как у меня стоит сейчас. Но я уже там купил себе новый. Заур себе до сих пор не может позволить. Я под конец точно, под конец этого обзора стану дагестанцем. Также здесь установлена штатная магнитола, она блютусовская, переходной модели, да, с рестайлинга, правильно понимаю? В принципе, он как-то это все разрулил, как-то у него это получилось. А как он это сделал, узнавайте у него в инстаграме, в принципе, ссылку я оставлю. Помимо автозвука, он еще заморочился над внешним видом автомобиля, у него задний спойлер стоит от Эстехи. Это СТ-шный спойлер. Задний бампер тоже от СТ-хи. С выхлопом он тоже поигрался. Мне прям реально нравится, как он звучит. Сейчас в кадр появится, как он там исполняет. Делай, делай! Nice. На самом деле весь инстал выполнен своими руками, вот собственными зауровскими. Как он говорит, что он не прибегал даже к лобзику, все делалось исключительно там болгаркой, молотком, особенно динамики, чтобы поставить надо было двери, нормально так вышибать. Я это еще знаю по своим обшивкам, потому что, ну, типа, они внутрь не залазят, посадочное место очень сильно большое. Кстати, свои карты я покупал тоже у Заура, вот те самые, которые в коже, я вам про них рассказывал. А это вертолет. В принципе, что, меньше слов, больше дела. Мне кажется, уже пора послушать этот автомобиль. Я хочу сесть в него и послушать его, как он звучит. Типа, достаточно все бюджетно, действительно. И если это все будет играть за такую небольшую стоимость, то я поставлю обязательно лайк за Уру. И вы обязательно поставите. Пойдемте послушаем. Thank you.
нос аж зачесался. Нормально, нормально. Слышишь? А нахуя ты их во всю полосу сделал? Ну, было. Они реально во всю полосу хуярят, что ли? Правильно? Что, молиться на них, что ли? Так, пойдем с тобой теперь послушаем, как фронтуха твоя играет. Мне больше всего интересно, как все-таки 8 пар, не 10, как я говорил, соло 8 играют вот в этих дверях от вот этих вот двух малышей. Я знаю, ты уже слышал, как люди зарабатывают на инвестициях, криптовалюте и скачка доллара, евро и прочих валют. А что если я тебе расскажу, что сейчас за этим всем даже следить не нужно? За тебя этим займется компания Avalon. 7 лет уже эта компания инвестирует в криптовалюту и новые технологии. И на самом пике крипты она успела заработать 24 миллиона рублей. Ты только представь себе, компании Avalon доверяет огромное количество человек, оставляет свои положительные комментарии, которые ты можешь видеть сейчас на экране. Здесь и сейчас Avalon дает возможность приумножить весь свой капитал от 1,3% в день. Поэтому немедли, переходи по ссылке в описании, регистрируйся. Это занимает буквально считанные секунды. И начинай зарабатывать вместе с Avalon уже сейчас. А мы с вами, ребята, погнали смотреть видос дальше. Во всю полосу, ребят! У меня no comments. Во всю полосу играют динамики. И вы видите, какая реакция у людей, насколько всем нравится этот звук. Ну реально, звучат классно. Для соло 8 качество звука, которое удалось достичь, ну нормально, мне нравится. Ну а теперь после обзора не грех и вальнуть по городу, поэтому немедлим выдвигаемся в Питер и собираем крутые реакции на крутые треки. Погнали! Скоро ночью кроет с головой, ты меня простишь наверняка. На часах 00, я старше на год, ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, и старше на год, ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, даю 5 минут на сбор. Выходи, я жду тебя внизу. Ну хотя бы раз в год оставим всю суету. Дальше от панельных домов и
хоть я их так полюбил. Снова катим мы прямо за горизонт. Одни на часах ноль-ноль. Шибага, ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах ноль-ноль. У моей охраны есть охрана. Сегодня ты не жди домой. На часах ноль-ноль. Я старше на год, ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах ноль-ноль. Я старше на год, ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Я сбородаю те дни, что велела судьба, негодяйка, сам в одного. Я не выстрелюсь тело минора. Ну-ка, улыбнись, чтобы вспомнить жизнь, задышать полной грудью его. Знаю, что люди несут в своем годе грустные судьбы. Я тоже отчасти такой же ранен на перепутье. Я сбородаю те дни, что велела судьба, негодяйка, сам в одного. Лаву залез на борщ, троглодиты налитые. Сохраните беспризорники, то пламя на века. Тут ракеты поджигали, ожидая благодать. На своих двух имен навстречу только Якобс. Не светит солнце, хоть и говорили все тут. Мне ничего не светит. Иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Эй, я в моменте. И пролетел, который меня не заметил. На своих двух имен навстречу только ветер. Я в моменте, и пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все, что мне ничего не светит. Своя жизнь, я просто бегу за чем-то. Не знаю зачем, просто бегу за чем-то. Я так давно уже не находил момента, чтобы сделать вдох, выдох, перезагрузить ленту. Я уже не забыл, когда смотрел на звезды. И делал все, что хотел, ведь так хотел быть взрослым. Когда еще вернусь домой в тех старых голосах. Ты скажешь мне никогда, но никогда не поздно. Я в моменте, и пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Не светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. Внутри меня горят, ну-ка, бабы, повторят. Ты такая одна, ты так беспощадна. Хочу к тебе подкатить, но маловероятно. Все внутри меня горит, ну-ка, бабы, повтори. Ой, бы сейчас тут нам с тобой на баре. Я как Федерик, кофе, но мне дайте. Оскар, рэп и богиня, словно кукла Барби на витрине. Хочет главную роль в картине. Я как Федерик, кофе, но мне дайте. Оскар, рэп и богиня, словно кукла Барби на витрине.
умные, умные. И нам светят тысячи огней, и получим мы свой Оскар. Улетим за семь морей. Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине. Словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине. Словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине. Словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Дорогу молодым, чтобы знать, надо падать. Дайте дорогу молодым, мерзайте. Мне не хватает сил, тратил все время на плохих. Остался один, я временно псих. Иногда не хватает духа. Ну зачем теперь мне эта суматоха? Дайте дорогу молодым, мерзайте. Мне не хватает сил. Большая жара, здесь я знаю, только отжигай не сюда. Стой, стой, наши стали до утра. Большая жара, здесь я буду твой, ты моя, иди сюда. Здесь иначе возьмешься жара. Our love is just a fantasy. Call me, you play me like nobody. Everything about me. You shot me so damn. You shot me and you got me. I'm like damn, 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 damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Cause I'm looking at you and I'm asking why. Cause I'm looking at you and I'm asking why. То, что я видел, как палач заражена, не стреляет. Представляет, но не стреляет. Паршивый нарик вокруг летает. Считаешь бабки, я не считаю. Самолетик в небе много нашей памяти хранит. Телеграм. Вот я посидел. Создает нас, спасибо. Хочет отношения, спасибо.